Пюре что хумаш худя фортепиано, мамзарге гитара, мамзарге ачарпан айрхваларц. Ихта хазар, их запшуп, а хуби, а хучкой разгу аказара ашколаджа. Абзиравшима сатырскует или хопшца, их опяхтыжимта, абри ацаре урта сир язгуб. Фиалаш хашталана, арейлах кауит, уака имя пысва. Сюда хожу 3 года. Ну, я перепрыгнула через классы, и теперь сейчас в 5 классе. И чему ты вот научилась вот за эти 3 года? Ну, немножко понимать музыку, и на ней играть. Потом хожу на музитературу еще и на сольфеджио. Ну, когда у меня плохое настроение, я обычно играю элегию Купревича. А музыка рцаю агума алили щамели пхала жукварула Александра да ракобы излоуц хабуб. Хо класс кецана коза программа лара хышук сарула да хысит. Уважазы артацею чарча зыгарцует ацара шуксан джамтас имя пысраны игуа концерт. А шукса схызуа Анна лаб дицнаре школа хтынопойт. Лаб Максим Бусловский арака гитара рпаща дирцойт. Яра музыка химу абзиябара и пха агубалра лыркейт. А бар шук сыкцует Анна Афлейта Алархойште. Аллегретто. Гитаристкой. Тебе нравится сюда ходить вместе с папой? Да. Что ты тут делаешь, помимо того, что играешь на флейте? Мне здесь нравится. Максим Бусловский, я же курила и сышук са гитара джахума растат стахур хабхядзара яцлойт. У Бриан, ярояхи и ногу это хоть за курепшими и вифи башук са схыцоги. Арцеви из лай хуала гитара джахума ра ацара и снаги амтоп. Ариусы же ихаду агуахари ачхари роб. Для себя, да, для себя это классно. Или же для зрителя это очень интересно, конечно. Ну, определенные сложности во всем есть, и в игре на гитаре, и если кто-то чему-то хочет научиться, нужно жертвовать времени. Но бывает и вот у маленьких терпения, вот он тоже старается, но иногда получается, иногда нет. То есть все зависит от человека, да. Ну расскажи нам про знакомство с ним, кто
Кварчанестик. Вот, он только начал, ну, старается очень, молодец, у него есть чувство музыки, у него есть старание, да, вот он может выучить, если захочет, может не выучить, если захочет. А какие нужны качества? Так же, как рисовать, художник должен уметь чувствовать природу, картину, да, или как у них это обозначается. У нас надо чувствовать музыку, чувствовать ритм, слышать ее, удержать в памяти, уметь воспроизводить в памяти, допустим, и не только на гитаре, да, то есть всесторонне желательно должен быть развит человек. Максим Инеусенге ахучква гитара чахмарше дирцой Давид Агрба. Уица и чайша сгуартуала, яра агыра пыша зму музыканту. Яра яхир гуарпханы иногойт. Та агозар инна цулая, ари атыпха аж бапе класса читспоп. Арахя ну парадала гид избанзар даара дзабзи лбойт а музыка. У меня подруга, вот как раз Диана, она захотела пойти на гитару, а я захотела пойти на пианино. Но когда мы сюда пришли, нам, ну, Диана записывалась на гитару, когда я сказала, что я хочу пойти на пианино, они начали, ну, мне предложили, чтобы я пошла на гитару, потому что гитара будет и так, а потом будет еще и фортепиано. Просто 1-2 раза в неделю будешь ходить, и все равно снова будешь знать. И так я решила просто пойти на гитару. Потом, ну, я раньше хотела, но потом что-то на пианино переключилось. Начала заниматься где-то в сентябре месяца до этого года. Просто играть для себя. Может, где-то выступать буду, но это очень вряд ли. Но заниматься я должна по-любому каждый день, ну, по часу как минимум, потому что без этого результата просто не будет. А потом, если есть желание или хорошее настроение, играю побольше. Ну, это, да, чисто по настроению. Я играю или в интернете что-нибудь беру, или просто повторяю упражнения, которые нам дают. Ну, то есть ты просто какие-нибудь упражнения. И под метроном это все, или просто гамму играю. Арпеджи, но арпеджи я сейчас не очень хорошо знаю, потому что мы его недавно начали учить. Акуакала кехадара, акультура узбарта яцанагуа Константин Кова чих дзызху ахучтых азарат пшкол юнткаррат царе уртуб. Арак ахучква царе хыршу авапара шуксык закиматар панзейна дзуид. Яхэзы я айзагны арахи нукуид пшифин арзына пшуа ацаючва. А школа набхгара и сышукса ахушаквар хабхадзара яцар дзуид. С середины января пошло второе полугодие, дети пришли к своим педагогам, получили новую программу. Сейчас ее изучают, готовятся к концу года показать то, что они позанимались и сделали. А у нас школа искусств, поэтому отделений у нас много. И у нас, кроме классических музыкальных, фортепиано, скрипка, флейта, у нас также художники, изобразительное искусство, у нас танцоры, несколько разных отделений, включая брейк-данс, у нас также народные инструменты, у нас гитара, вокал. В общем, школа стала более расширенной, предлагать возможности для детей с разными желаниями, с разными направлениями для занятий. А есть у вас возрастные ограничения? Ну, в основном, конечно, мы работаем с детьми школьного возраста, особенно когда разговор идет о музыкальных отделениях, там желательно детей набирать в 5-6 лет, ну, 7 лет. Ну, художникам менее, конечно, требования по возрасту, но тоже все-таки мы детская школа, поэтому дети до 12, до 14 в основном это наш контингент.
Если вот как бы сравнивать, ну, каждый год детей становится больше или меньше, есть вот какая-то определенная тенденция? Да, динамика есть. Детей становится больше, больше стали приходить на такие отделения музыкальные, потому что после войны как бы они были почти совсем покинутые, брошенные, ну, единичные дети занимались. С каждым годом детей становится больше, дети хотят поступать на несколько отделений, занимаются на разных, в разных классах. Кто-то гитару выбирает, из, и, например, рисование, кто-то на ударный инструмент, у нас тоже есть класс ударных инструментов. То есть дети интересуются, и это заметно. И ведь за теория хыбра ахара кыраджа папаскирих цисхуа медуаджи гылуб, а торых дулгямуб. Яра дыргылит из кифью башук сарзы архитектор сдамын Александр Синицын. А хыбра апшма абырзен хуахтю Дмитрий Камнину ягун. Яра рак асасайр таартны иман. Ихатуб апшма дах бырзеныз, а юны ахачраги шаныпшыз. Ихау журанзе гейкуханы иғуб, а жет бырзен пыла ячидару айлементква. Асасайр та яхидзаны иман эллада. Асасайр тауса уит скифи виби шуксанза, а неуса нарах яичкан рабхепи а революция в кружок. Аштех а ревиначи яртен апсна рабхедзапи арцаюрат в семинария. Арат зарад дырцон Дмитрий Гулия, Самсон Чанба, Ухяри, Пшиха, Зина Лукаша, апсу интеллигенция хатарныкча. Скифи виви шуксарзы а семинария а тыпан яичкан а педагогика техникум. Ахыбра турыха джейчицу адарка адит арага Константинкова чих цисху ахучты хазарап школа усу уренналага аштах. Аргыла риматимку ааха айуи дайбашран. Еге усагзарки, ейкуханы иғоп ажут бяваджаққа амчы ялху ашқа апенджер пшцаква. Аха ардзыге айзакны ахыбраге айташы күргылара артахуп. Ашкола напхкары изларылшу ала мач-мач уады цыпхадзе аремонт азырвыд. Заняты в основном вот этим этажом, на котором мы находимся. Вот мы в прошлом году смогли отремонтировать вот этот зал. Мы его расчистили, привели в порядок. Потом мы привели несколько инструментов. У нас роялей много в школе. Мы их привели в порядок по возможности. Также коридор и еще несколько помещений. Второй год мы уже даем группой, которая музыкантов, из которой состоит из учителей нашей школы и еще одной. К нам приезжает наш большой друг, пианистка из Америки. И вот мы второй год даем концерты, благотворительные концерты, сбор от которых мы направляем как раз на вот ремонт. Школа является памятником, архитектурным памятником, поэтому простой ремонт тут как бы недозволителен. Мы по возможности делаем, пытаемся вернуть изначальный вид. То есть мы расчищаем какие-то вот на покраски, заштукатуривание и все остальные такие наносные действия. Вот мы здесь смогли так сделать, и вот соседние классы тоже. Ну, сумму на то, чтобы сделать большой капитальный ремонт, конечно, у нас нет, поэтому мы обходимся вот такие. Ну, у нас управление культуры города поддерживает по возможности, выделяет нам тоже какие-то суммы на это, и вот исходя из этих сумм мы делаем возможный ремонт. Есычны айгу инху ауапсыра азы дзуйруэт Шуберт, Шопен, Мамзарги, Рахманинов, Рапцамтаква. Асапшым чышепсчарам шкопаха бжапны, арақы юнеюны акала киалалуй дейвэпшым а музыкат инструмент куарыбшуква. Музыкарцеви Лиана Амбарцуми Патапчан скифхи ханиви вею шуксарзы далгита музыка цареурта. Уинавар гылан и лыму по филологи заанатки.
ахалара а музыка алалхит. З кифипшини векашуксар зере школа ша усура далагит. Убрин аркны яха уажран захучку а музыка тларцует. Лажа корыла и ежу азана тыгацам. Какой рукой играем вторую фразку? Какой? Левой. Левой, потому что внизу написано. Читаем. Ми, фа, ми, до, ре, ре. Хорошо. С какой нотки мы начинаем? Соль. Так, соль, внимательно. Это новая пьеска твоя. Внимательно, пожалуйста. Раз, и, до, фа. И считай громче. И внимательно. Ты, и, четыре, и. Во-первых, ну для женщины я считаю, что лучшей специальности вообще нет. Вот это самое удобное, самое приятное. Это, ну я не знаю, с детьми работать – это одно удовольствие. Считается вообще вот классическая такая схема. В первый класс пошел ребенок в 6 лет, а в 7 лет лучше в первый класс в музыкальную школу идти. До войны такие отборы были, попасть было невозможно в музыкальную школу просто так. Надо было готовиться заранее, устраивались вступительные экзамены. А сейчас нет, мы берем всех детей, потому что все равно развиваются дети. И музыкальный слух развивается, и память музыкальная развивается. Так что я считаю, что мы всех детей принимаем и правильно делаем. Качество – это любить детей, любить музыку. Да? Доброта. Правильно? Чтобы дети с удовольствием шли на занятия. Педагог должен быть добрым. Да? Добрая у тебя учительница. А школа Джубаски кучьяра лауса уйт апсуами латт инструмент хорукша. Рахи радырклыйт ашуксей наркны вёхурхан зазхыцу ахучква. Арцаю излалхуала, яхэзэ рахи нукуйт вюйпщук. Ахучкой куцаракны рцара язнеуэт. Иртахуба кымку и бамку а музыка арпага корнапахи и аргарц. Юм ахым ачым гур. Абхарца хаму бит харцот, ачарпынт харцот. Жихай аха... Шпарфа и моды хуялаги, да, псурфага кузигир чизырги, да, кучка, и бзинар чизы арзот. Анчей фар рхозын мацара гузим хизырзи разхар яхцогу, яхидрхогу, покуль просвет и талот, яхау и цеги царь юр тукугу, ялгарги, тархун царь яхцызху, а псурфага оркестр яшка, они рыму вахки не репиауп. Джарпшыз даагозар Даниил, яра хышук сацует арахт нукойште. Ариам таялаг зын ийцаз маджим, яржа куарыла, и хала арахи нукорый тахыд, и горбханы дэджуб апсуа музыкат инструмент куарцараги. Сара сухмару и даджарпына, джанапхерца, афлейта, аккордеон, пианино. А гитара. Мазлов, зигизлов, зигирча. Я харик инструмент, который он любит фарбу. А чорпан. Вы рабхед за те инструменты из козуб, нас ге обжи и пшзуб. А басала, а музыка бзия бара, а гяма бзия с хучка и рыла за адзарц стахузыки, алшара рыму паре школ и атца аларц. Из дырвода, а брак агузара хы хитнахва апхаха апсны ахи за дуны яхзырцвар алшу а музыканты хазара. Врезын и фейх мажинарею из алшара.